Ну что, всем привет! В Москве 9:30. Сегодня у нас, по-моему, 6 августа. Я хочу поздравить девочек, которые приезжают к нам в августе. Я нахожусь сейчас в доме, в котором они будут жить. Мы полностью оплатили этот дом. Так что, девочки, милости просим. Август, ноябрь, октябрь. Дом хороший. Здесь кукарекают эти, слышите, петухи. Есть конференц-связь. Здесь есть интернет, так что не волнуйтесь в плане того, что если вдруг кому-то надо будет связаться с родными. Дом комфортный, дом большой. Мангальная зона, мы обязательно пожарим с вами шашлыки. На этой неделе я позвоню всех, кто забронировал место, потому что нам надо уже, хочу выйти на улицу туда, где мангал. Здесь закрыто, не пускают. Ладно, не буду выходить. А? Ну вот у меня просто одна рука, я не могу ею крутить. А те, кто забронировал место на август, я их всех всего на этой неделе обзвоню. И, собственно говоря, будем организовывать уже закрытую группу WhatsApp. Петухи. И общаться, и знакомиться с вами, и говорить об организационных вопросах. Дом находится, город Москва, район Щербинка, улица Сиреневая, дом 3. Вот. Дом пятиэтажный, здесь 1200 квадратов. Так что я думаю, что мы здесь все уместимся и в теплой, хорошей, дружной обстановке. Поработаем, девочки. С любовью, ваш мастер букета.